Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сегодня мы испытываем инерциоид. Мощный, ребята, инерциоид. Значит, мотор от стиралки 460 ватт. Навал. Приварено колесо. Приделано. Применяем, ребята, латер вот этот импульсный на 120 вольт постоянного тока. То есть даем импульс 120 вольт через латер. То есть откручено на полную. 120 вольт 3 ампера. Откручено на полную, ребята, даем импульс на импульсном латере. А потом вот реле Амрон у нас. Сейчас покажу, где оно тут завалялось. Вот оно. Реле Амрон, ребята, работает 1 к 7. Реле Амрон срабатывает 1 к 7. То есть эта система называется вечный двигатель инерциод. То есть она работает чисто на инерции. Единственная у него компенсация, это, ребята, маховое колесо. Вот оно. Вы видите, сейчас. Видно, да, видно. В кадре, видите, маховое колесо от велосипеда. Приварено на вал. То есть это, ребята, вечный двигатель. БТГ инерциоид. Значит, типичная схема. Импульс. Откат тока назад. Импульс, откат тока назад. Так вы видите, что ток откатывается. Вон, красная линия, видите? Красная линия на щите. Ой, на счетчике. Взял и откатил назад. В итоге расход ноль. А сейчас я покажу схему этого изделия. Чтобы вы поняли, как система работает. Значит, смотрите. Так, схему видно. Отлично. Так. Значит, вначале идет реле. Одна секунда мы включаем латер вот этот, 120 вольт, 3 ампера, на импульс. Латер выдает, значит, импульсный ток силой 120 вольт, напряжением 120 вольт. Разгоняется, ребята, колесо, разгоняется мотор и маховое колесо, маховик. И потом 7 секунд работает на маховике. То есть КПД системы, ребята, КПД 8 секунд работает, 1 секунду получает ток. И то, как вы видели, этот ток возвращается. КПД 800%, то есть 8 к 1. То есть это, ребята, инерциоид. Инерциоид. БТГ инерциоид. 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 Эта система, ребята, навсегда зачеркнула надежды рептилоидов драть с людей деньги за электрический ток. Потому что видно, что в этой схеме вы видите, что КПД намного больше единицы. Мы даем, ребята, то есть тело нагревается за 1 секунду, как я говорил, нагрев секунда, а остывает 8 секунд. То есть 8 секунд работает. И опять нагревается, и 8. Но она даже здесь не останавливается, как вы видите. Крутится беспрерывно. Вот такая схема, ребята, поможет нам победить рептилоидов. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.